В этом доме я родился, здесь прошло мое детство. В то время город был совсем небольшим, и я смог закрытыми глазами найти любую улицу, любой дом. Это был рабочий город, и я был обычным полпосадским мальчиком. Я говорю, что он. Что? Я ее ненавижу. Понимаешь, я ее ненавижу. Она меня вызывает омерзение. Просто работаю. Сейчас находишься в таком состоянии пересмотра своей позиции, чтобы эту степень болезни человека, чтобы она была естественной. Вот эта сцена мне очень и очень важна. Было ли это на самом деле, не знаю, но меня это не интересует. Но я увидел в этой сцене истину, почему мы выиграли войну. Я просто... Не мог оторваться. Ах, ну что ты.